сказал так. Я тебе это видно, в принципе. Я бы сказал так, я не готов быть отцом тем вторым, блядь, который тебя выебет настолько хорошо, чтобы ты, блядь, испоганял себе свою жизнь, блядь. Сделал бы что-то красивое, стало, блядь. Поэтому, знаешь, подруга, иди-ка ты нахуй, блядь. Ищи дурака, блядь, нахуй, блядь. Значит, три соль на блок. Ну она, блядь, она брать. Ну она... Конечно, блядь. Я обычно называю так. Лимита, дайте зацепиться, блядь. Ага. Я такой лимиты, блядь, и мужского, и женского пола, блядь, в своей жизни, блядь, вытянул, блядь. А короче, а если я говорю с Майком с друзьями, ну да. Вот, и подруги потом Майка рассказывают, говорит, блядь, слышал разговор в туалете. Вот. Тебя представили ей типа как известного диджея, блядь. Ну, вот. А чем, собственно говоря, неизвестен? Ну, может быть, не такой супер яркий, блядь. Ты, конечно, не энтомиска, но все. Ты дурак, я видео снимаю, хороший, блядь, ты потом победишь. Да я боюсь, что она обо мне не то, что не слышала, блядь, хуй знает, блядь. А тебе она хоть от кого-то, кто тебе представил, слышал? Обо мне, в туалете представили. Да, обо мне она, значит, не знает, кто это такой, нахуй такой вообще, блядь. Ну и что? Это как я помню, мы приехали, короче, тусовать, ну там, блядь, такой, знаешь, деревня клаб. Ну вот, и, короче, ну, те, кто меня пригласил, и там тусовщики какие-то нормальные, они, конечно, знают, кто такой, блядь, типа, туда-сюда, там, блядь, там, группа Никифоровна где-то там, и где-то что-то еще, короче. Ну, меня хоть все облизывают, блядь, короче. Ну, и там есть такие, знаешь, я называю так, знаешь, это, блядь, если по книжке «Транспутинг», то это, блядь, такие, знаешь, как это называется, шапи-шалавы, а как это называется, блядь? Ну, которые вокруг своих сумочек танцуют, такие все самые, блядь. «Транспутинг», блядь? Нет, «Транспутинг» — это книжка есть такая, там гораздо девиз сейчас. Чихай. Вот. И, короче, они местные звезды сами, типа, да, не терпят конкуренции в этом плане. И тут на тебе, блядь. Вот. Мы для них в лучшем случае, блядь, охуевшие, блядь, городские мажоры, блядь. Вот, да. Или там просто, или, блядь, какие-то городские персонали, блядь, которых они, типа, блядь, в своей деревне пол положили, у них здесь все у самих, блядь. Как минимум, блядь, Людовик, блядь, или там, блядь, Арена, блядь, и гоп-стоп-клуб, блядь. И, блядь, а они сами, блядь, здесь, блядь, великие принцессы, блядь. Ну, такие, знаешь, блядь. Вот, я тебя просто обрисовал картину, в общем. И вот, значит, такой, значит, но пришли они, как бы, на самом деле, на меня, потому что, как бы, вы, блядь, в гоп-стопе, короче, да, вот, до этого, как, не по единственному, там, какому-то радио или там что-то такое, где-то, я не знаю, по-моему, даже по телеку, это выбор такой, вот, вспомнил. Короче, крутилась реклама